Как ты чувствуешь себя на этом чемпионате? Чувствую уверенность в победах. Здесь, конечно, вчера для меня были очень сложные соревнования. Я фехтовал с Вениамином, ведя в счете 14-11, я проиграл. Видимо, где-то есть мои недоработки, недочеты. Но в командных соревнованиях мы попытаемся исправить ситуацию и, соответственно, выиграть. Был расстроен, что не удалось выиграть вчера тот бой? Да, очень такое было глубокое расстройство. Даже не знал, как собраться на командные соревнования. Ну, соответственно, ночь поспали. Другой день, другие соревнования. Физически удалось восстановиться после вчерашних боев? Физически, да. Физически готов полностью. А где для тебя проще фехтовать, в командных или в личных? Здесь соревнования командные и личные – это совсем разные соревнования. Личные соревнования ты фехтуешь сам за себя, показываешь результат, а здесь ты уже фехтуешь за команду. Соответственно, здесь нельзя сказать, где проще фехтовать. В команде у тебя еще есть ответственность перед своими коллегами. У вас впереди финал. Как ты можешь оценить вообще шансы своей команды и соперника вашего? Соперник у нас еще не определился. Вот мы смотрим, как на дорожках фехтует. 32-35, ну, посмотрим. А кто был бы предпочтительнее для вас? Для нас и Санкт-Петербург, и Новосибирск – это две сильные равные команды с кем фехтовать.